Спорт и фитнес по науке. Только логика и здравый смысл. Всем привет, дорогие друзья! На этом канале я часто разбираю разного рода блогерочков, которые уверяют вас, что в химии они не разбираются и никогда к ней не притрагивались и всегда тренировались только натурально. Иногда подобное доходит до какого-то безумия, когда атлеты строят из себя дурачков и делают вид, что с химией они совершенно не знакомы. Отдельные персоны даже слово «фармакология» говорят с ошибками, чтобы, не дай бог, никто не узнал, что ты вообще мог знать, что химия в природе существует. По фармакологии... Даже человек не знает, как это произносится нормально. Как его не проверить? Хороший пример – это Антон Антипов, который еще при этом является выступающим атлетом. И выступает он на довольно высоком уровне. Ну, уже просто 350 раз об одной и том же говорил, и все равно никто не верит. Я выставлял там свою... Я даже хотел предложить, что мы можем вместе пойти и сдать анализы крови, и ты потом своим подписчикам расскажешь. Вот у него там... Я в этом не разбираюсь, так что ты можешь сам спокойно это... Ну, я не знаю, ты вылетаешь спокойно. Самое интересное тут то, что он не разбирается, конечно же, в теме, но при этом готов сдать анализы. Как вообще такое возможно? Выступающий культурист, который выступает на высоком уровне, не разбирается в теме фармакологии и гормонов. Это в принципе невозможно. Да это то же самое, что сказать, что пчелы не знают, что такое мед и для чего его необходимо использовать. Но, к сожалению, он не один такой. Подобных химарей, которые делают вид, что в теме не шарят, и хватает сполна. Виктор Блуд стал уже некоторой иконой натурализированного пиздобольства, которое не покидает его со времен, когда он только на ютубе появился. Уже и скуфом успел стать и показал на анализах тестостерон как у деда, но все равно до сих пор свистит, что в натураху тренит. Я уже много раз показывал вам, как Блуд нагло смеется, когда его дружок Сергей Миронов разбирал анализы и вспомнил там страшную абракадабру из Варкрафта. В сторону курс метандиенонов соло — это полная херня, никогда так не делайте. Я на каком сейчас языке вообще было? Метан, что соло, что это? Как будто я к варкрафтерам зашел. Да-да, впервые слышит. И как вы думаете, разбирается он в теме или нет? Честно говоря, не очень сильно осведомлен в этой движухе. Вот честно, у меня существует большое количество людей, которые мне, ну, вот до конца не верят, то, что... Я занимаюсь как бы без стероидов и без этого, но я правда даже не разбираюсь. Конечно же, как и все натурализированные атлеты, в теме он не шарит. Названия они тоже совершенно случайно все услышали. Но не хотят говорить, а то вдруг их неправильно поймут и начнут обвинять в том, что они шарят за химию. А раз шарят, значит потенциально сами могли употреблять. Наверное, по такой логике многие исследуют, многие натурализированные атлеты-котлеты. И даже когда их ловят за руку как дешевку на фуфловых анализах, они все равно, как ни в чем не бывало, рассказывают сказки про честный спорт без стероидов, как, например, Макс Трухановец с анализами как у деда. И при этом еще и натуральный спортсмен никогда не химичил и не химичишь и не планируешь. Есть такое, да. А ну, естественно, что... Ну, потому что я все-таки такой, ну, как-то, не знаю, воспитан так, что, не знаю... В духе здоровья, не знаю. Ну, да? Не то, что в духе здоровья, то, что, ну, это обман, это нечестно по отношению к тем, кто не принимает ничего. Вот действительно, при таком низком тестостероне он ставит мировые рекорды и тренируется каждый день в отказ и всегда с большими объемами. Ну, размялся, разогрелся, и первый подход, это у меня отказной. Ну, и дальше тренировка пошла. Похоже, что... Это такие темповые подходы, то есть такие в динамичном, быстром темпе с выкладкой или просто аккуратненько, медленно, не спеша, экономя себя где-то? Нет, не экономлю ничего, то есть стараюсь, выкладываюсь. То есть помимо тестостерона 10, что соответствует гипогонадизму, это еще у него достаточно высокий ГСПГ, практически вверху нормы. Это глобулин, который связывает тестостерон, делая его неактивным. И если данного глобулина слишком много, то тот тестостерон, который есть в организме, будет очень плохо использован. Пользоваться самим организмом. А теперь представьте, у него общего тестостерона и так мало, еще и при этом ГСПГ в космосе. И он при таком раскладе не должен вообще никак восстанавливаться. Не говоря уже про то, что там рекорды какие-то ставить. И, кстати, при таком уровне эстрадиола у нашего сегодняшнего героя должно бы все, в принципе, в организме поломаться. Все кости и связки. И вы должны прекрасно понимать, что эстрадиол играет важную роль в остеогенезе. У меня был опыт, когда я снижал анастразолом эстрадиол примерно до таких значений, как у нашего сегодняшнего героя, и мои кости и связки еще никогда себя так голимо не чувствовали. Они как будто бы деревянными стали и постоянно ныли и болели. Какой шаг вообще поверить, что он натуральный атлет? Тут все говорит о том, что он не натуральный. В этом и есть главная проблема подобных атлетов. На показ они выставляют сумасшедшие результаты, а сами внутри уже как старики. И потом таких вот стариков смотрят разные там додики, накручивают себя, что они могут тоже так накачаться в довольно-таки короткий срок. А потом приходят, воняют мне в комментарии, что, мол, моя форма, видите ли, их не устраивает. А скажите, что я вам что-то должен или кому-то вообще чем-то обязан. Я, в отличие от ваших кумиров, не гнию заживо, и с гормонами у меня полный порядок. Свой тест под 30 в 30 лет, что довольно неплохой результат, который недостижим для многих. В нашем гайде подробно описаны все известные науки методы по повышению тестостерона. Гайд сейчас можно купить по скидке и вместе с другим материалом приобрести всего за $20. Ну и само собой не стоит тут забывать про еще одного натурализированного атлета, который стал уже неким символом затянувшегося натурализированного балабольства. Это, конечно же, Алексей Шредер. Поясняем просто ситуацию. Вот эти антиэстрогены тоже не пролетали, да? Нет, все, это тоже фармакология. Он, как и его земляк, тоже любит рассказывать сказки про натураху, но и само собой любит прикидываться дурачком и делать вид, что не знает, что такое балаболоиды и для чего они нужны. Самое интересное, Шредер любит повторять, что он обычный зожник-физкультурник со скромными результатами. Но вот только этот вот зожник постоянно в своих видосах демонстрирует пофигистическое отношение к своему здоровью. Говорит, что анализы не сдает и у врачей не обследуется. Я сдавал анализы только когда просили блогеры. Андрей Егоров и Спасукукоцкий. Все, больше не сдавал. Может, да, я считаю, сдавать анализы нужно, когда проблемы со здоровьем, хотя бы ощущение, голова болит или еще что-то. Анализы сдавать надо периодически, а не то, что когда уже заболело, когда уже отвалилось. Поэтому качки в этом плане, они самые перестраховочные ребята. Они перестраховываются, сдают анализы, и какие-то проблемы можно выявить еще на ранних стадиях. Это свойственно многим химикам-балаболам. Они прикидываются дурачками и делают вид, что в анализах они не разбираются, и название препаратов не знает, да и вообще эта тема для них темный лес, хотя вроде бы зожник, он же должен за своим здоровьем следить, а тут такое-то фуфло толкает. Среди других натурализированных фитнес-блогерочков мы часто можем видеть, как они болезненно реагируют на тему фармакологии. Одни названия препаратов забывают, другие под дурачков косят, третьи хихикают и максимально тупо шутят, когда вопросы будут касаться химии. Такие огромные банки, 33 сантиметра можно накачать без фармы. Часто я замечаю такую картину. Только стоит спросить у какого-то фитнес-блогера про химию, сразу какая-то нездоровая улыбка, сразу какие-то тупые шуточки, которые их выдают моментально. Надеются, наверное, что таким вот образом они отвернут от себя подозрения, но от логики и здравого смысла никогда они не уйдут, и никто не уйдет. А логика и здравый смысл безжалостны и беспощадны, особенно к таким вот фитнес-блогерочкам, для которых вранье стало способом существования. И всегда картина одна и та же. Хрен поймет, откуда появившийся уникальный натуральный атлет, про которого ранее никто не слышал. Он, конечно же, рос в деревне и только на мамкиных харчах. Конечно же, тренил в супертяжелых условиях и в колхозе. И никто там химию ему достать не мог. Такое свистел Итамаев в начале своего пути, Алексей Шредер, и сейчас продолжает затирать коржос. И новая школа натурализированных балаболов, все как под копирку, продвигают такие вот истории шаблонные. Как грибы после дождя появляются, с такими вот шаблонными историями, и мы в принципе таких выводим на чистую воду. Тут став этому видео свою банку сгущенки со смесью, и само собой не забывай писать в комментариях про то, кто твой любимый блогер. Вот ZHIVOV FITNESS, да, мой любимый блогер. Всем пока, до новых встреч, увидимся.